рисунки. Вот такие ноготки сделала. Ну, я вам покажу, думаю, здесь плохо видно. Очень мне нравится, как она делает прям вообще. Котики решила показать свой наряд дня. Сейчас мы с Сережкой вдвоем идем в кафе, в бар, точнее. Я вам покажу немножко этот бар. Вот так я оделась. Черные просто штаны и вот такая кофта. А здесь большой вырез, кофточка под низом. Вот. Мне вообще нравятся такие наслоения, которые прозрачные. И так, как чтобы ветер в волосах. Серёга такой, да, не очень довольный, по-моему, сидит. Такой серьезный мужчина. Коктейльчик попивает. Я тоже, кстати, смотрите. Серёга тут что-то старается, режет даже. Уже без туалета, девочки, это уже традиция. Так, котики, ну что, мы ж на этом не останавливаемся. Мы сейчас встретимся с нашими друзьями. Вы их знаете, Оля и ее муж Максим. Юля блогер, которая... Вот. Так что мы идем к ним навстречу. Будем сидеть в следующем заведении, скорее всего, Пинта. Котики, в общем, понравился нам этот Old and Fashion. А вам ничего не видно, наверное, да? Коктейли крутые. И очень понравился мой коктейль. А Серегин, я его попробовала. Он мне сразу напомнил новогодний корпоратив. Он с вискарем. Вот мы его пили почти, да, почти весь новогодний корпоратив. Блин, вам не видно вообще, да, одна ночь. А это. И вот сразу я так решила попробовать, думаю, блин, ну вообще Новый год сразу. Так, нам нужно продвинуться к Пинте. Тут их несколько, но нам нужна на Ворошиловском. Кто с Ростова? Так. Туда? Сюда. Девчоночки, привет. Вчера мы сидели с друзьями в кафешке, а сегодня мы снова идем отдыхать. Знаете, у меня новое постельное белье. Такое вот леопардовое. И вот такие звезды. И новый плед, очень мягенький такой, классный, гладенький. Прям мягкий-мягкий. Вот, так что у меня такие вот новиночки. Я вообще обожаю спать на новом постельном белье. Вот, а сегодня у нас опять праздник. Что-то мы из состояния праздника не выходим уже. Месяц, наверное. Короче, сегодня день рождения у сына наших друзей. У Максима, ему 3 годика. И мы, короче, идем отмечать все это к нему в гости на 4 часа. Сейчас
Евка приходит с английского с подружкой, с их дочкой второй. И мы к ним идем отмечать праздник. Я, наверное, оденусь так же, как вчера, но другую кофточку поднесу, фиолетовую одену, такую на бретельчиках, и розовенький вот этот балахончик сверху, и просто джинсы. Вот. Чё ещё? Ой, котики, что-то так хочется отдохнуть, не могу, прям. Никуда не хочется вставать. Никуда не хочется вставать, но надо. Сейчас девчули придут. Не знаю, с Евчикой на английский отправляем и туда, и туда, и туда. Короче, бедный ребенок. Ну, в том плане, что некогда ей отдыхать, вообще некогда. Ну, может, это и правильно, конечно, но она такая уставшая ходит, такая... Вот так вот прям. Ёв, ты заболела, дай потрогать температуру. Нет, я просто уставшая, мам. Второй класс еще, знаете что, очень выматывает вторая смена. У нас вторая смена. Это ужасно вообще. Я не думала, что вторая смена настолько плохо еще и во втором классе. Они сами еще не привыкли к тому, что они учатся. А еще и вторую смену им тут нате вам получаете. А нам так вторая смена вообще круто. Нужно и вечером с ней уроки получить, и утром. Ну, короче, бред какой-то. Ребенок вообще не отдыхает, получается. И погулять ему даже на улице некогда. Вот такая погодка на улице классная. Сейчас девчули придут, еще полчасика повозимся и пойдем. Они от нас живут через несколько домов, поэтому нам даже ехать не надо. Блин, если бы она выдавливала, как обычно, всего не понять, что. Только куда-то идти, я, блин, начинаю с лицом эксперименты. Девчули, расскажите, кто из вас уже какие, как это называется, какие процедуры делал с лицом? Может, мне ботокс поколоть уже, не знаю. Что-то я стала задумываться об этом, потому что я смотрю, а некоторые девчонки, ну, так хорошо выглядят вообще. Ну, я как бы тоже неплохо выгляжу. Ну, просто думаю, блин, ну, может, мне тоже надо что-то делать. Ну, короче, напишите. Так, все, поднялись, взяли себя в руки. Не могу взять себя в руки. Выходные. Завтра воскресенье. Ни о чем прилетит. За секунду. И все. Вот смотрите, какой пледик такой гладкий. Мне прям нравится. Гладенький-гладенький. И мне хотелось такой какой-то более светлый. Вот. Из всех, которые там были, я выбрала самый такой светлый рисунок. А здесь, смотрите, постельное вот такое. У него, ой, он двухсторонний, и серединка вот такая вот, еще вторая сторона вот такая. Очень круто, мне прям понравилось. Вот этот цвет мне тоже понравился, и он, мне кажется, немножко как-то поплотнее, сам материал, но мне не понравилась вторая сторона. Какая-то, блин, осень. Нахрена мне здесь ваша осень, листва какая-то придуравочная. Сделали бы уже просто вот однотонно. Вот, ну, вот так вот мелкий рисуночек бы и все без этих листьев. Нафиг они всрались на вот таком вот леопардовом обратном принте. Вообще ужасно. И точно такая же это просто. Черт ещё, короче. Но вот этот цвет мне нравится. И вот этот мне очень понравился набор. Это... Я вот нашла девочку, она прям заказывает оптом. Оптом. И я у нее заказала наборчики такие. Вот. Думаешь, надо что-то обновить себе, чтобы красивенько было. Ой, такой маникюр себе красивый сделала. Мне прям очень нравится. Девочку зовут Нино, которая мне делает. Кто с Ростова, с Левенцовки? Блин, да что ж оно нет, не фокусирует. Вон. Кто с Ростова, с Левенцовки, пишите. Подскажу вам телефончиком.
бери, пей. Куда ты, куда ты? Давайте погоду растите, а потом уже людей будет. Нет, просто можно не сыпать, а в тарелке не разместится. Что, все одинаково или что? Кетчупа? Можно кетчупа дать. Есть, можно отдельно подлить. А ну, Максик, включи, поиграй нам. Короче, у тебя комната коробок собирается. Ой. Потом мы вещи мешками, нафиг коробка. Сыграй нам мешками такую мелодию. Давай, да, тут сыграй. Не важно, просто мы тупо мешки взяли, поэтому здесь. Молодец. Мы приехали со семью. Что, не включается или что? Включай, включай. Ты ж на кнопочку нажми, где там само оно включается. Коробки только вот, стаканы. Ну, может, здесь? Приехали, он был купили, а ну, где там оно должно переключить? Дима, о, пошли звуки. О, Катя, это Ева, она положила. А это чухал-почухал. А это от Евной помады. Она тоже с ним играла, пришла. Представляешь, игрушки не нашла больше. И там у него диван только остался. Ну, вернее, у него там диван стоял. В общем, то после 10 не работает этот. А, ну правильно. Не продается спиртное. После 10 до 11 я уже забыл. После 11. Ваш после 10 закрывал. А, после магазина 10 закрывал. Я понял. А наш в 11. Лента ночная, но так, ну что, давайте выпьем. Ванна виновница. Скажи. Да, я виновница. Не, ну он еще не родился. Но давайте выпьем за такое чудо и чудес, за рождение ребенка. Макс, я хочу пожелать Гискукуру, чтобы ты рос здоровый, крепкий, послушный, красивый, умный. И обязательно слушался своих родителей. Да, все, ну вот сказала все, и я пошел. Ну да, блин. Опять ты меня вот это. Максим, не помешало. Максим. Максик. Я хочу выпить за тебя, за твои 3 годика, за твою святую Троицу. Вот, чтобы всегда его охраняли ангелы-хранители. Чтобы всегда окружали его только лишь лучшие друзья, верные. Вот. И всегда... Не закончишь, правда? И всегда все. И всегда все у него было, и ничего за это ему не было. Замечательно. Ура! А за мной мой шалунишка. Добрым, умненьким расти, радостным, толковым. Ведь тебе сегодня 3. Будь всегда здоровым. Мальчишки в мире лучше нет. Отважнее, смелее. Малыш, открытий и побед. Расти всех веселее. Пишется на камеру. И смотри, сразу наставляется. Прямой эфир. Сейчас полростого. Там Москва, Питер. Ну, в красноречии я вообще бог. Ну, давай послушаем. Короче, чтобы пацан рос нормальным парнем, вырос красивым, умным, послушным, здоровеньким. Спасибо вам, родителям. Что он такой получился? Пожалуйста. А, в этом вот. Когда Варни за меня родили, спасибо. Родители, спасибо, пошли. Музыкальное сопровождение. Ой, какая музыка красивая. Диджей Макс.
Нет, что у них есть такое?